Доброго дня и ночи, дорогой слушатель! Как озвучивалось в предыдущем видео, еще до постройки Ордекса необходимо разобраться в принципах, которые лежат в самой основе такого образа жизни. Из предыдущих выступлений на российском инфопространстве выяснилось, что есть затруднения в понимании некоторых основополагающих принципов. Сегодня предлагаю разобрать принцип распределения энергии. Что значит правильно распределять энергию? На сегодняшний день наука уже популярно продемонстрировала, что такое энергия и как из нее соткан весь мир. Даже то, что мы воспринимаем как твердые тела, это лишь разная скорость и частота волновых вибраций. В том числе и человек, который не только полностью состоит из энергии, он является еще и ее приемником и передатчиком. Происходит это на уровне вибраций, высота которых зависит от эмоционального состояния человека. Оказалось, не только голос способен создавать звуковые волны, но и чувства и эмоции тоже являются постоянным источником вибраций. Пропуская через себя, мы излучаем энергию в окружающую среду, влияя тем самым на нее, а она, в свою очередь, на нас. То есть человек – это ходячее вибрационное поле со своими показателями. Уровень показателей зависит от самого человека. Получается, что наш внутренний мир может управлять внешним миром. Простыми словами, какие мысли и настроения, такая и реальность. Никола Тесла говорил: «Если вы хотите познать тайны Вселенной, вы должны мыслить тремя категориями – категориями энергии, вибрации и частоты». Так вот, в Благомире мы хотим мыслить категориями энергии, вибрации и частоты, с тем, чтобы найти ключ от тайны, открывающей перед нами удивительные возможности. Для этого нам прежде всего надо учиться правильно распределять как личную энергию, так и энергию всего Ордекса. На самом деле, механизм управления простой. Это просто навык переключения из низких вибраций на высокие. Эта тема очень хорошо раскрыта такими авторами, как Джо Диспенза, Эдгар Толле, Стивен Пинкер, Эстер и Абрахам Хикс, Дипак Чопра, Зеланд, Валентина Миронова, Козырев, Курпатов и многими другими практиками, врачами, учеными, вплоть до Эйнштейна. Если вы знакомы с их работами, то уже знаете, что куда направишь энергию, то и будет увеличиваться. Причем речь идет именно об энергии внимания, мысли, настроения, настроя. Энергии, которыми мы не умеем управлять, вернее, разучились это делать. Есть предположение, что когда-то человечество в лунной фазе своего существования было мастером этого умения. Находки современной археологии свидетельствуют о том, что наши пращуры знали и про принцип распределения энергии, и про коллективный разум, и про энергетические поля Земли, человека и даже других планет. То есть про существование тонкого мира и его волшебных технологий. И что каким-то образом это все было сопряжено с женщиной, а вернее с женским началом, что в современном мире не одно и то же. Когда человечество 12 тысяч лет назад перешло в солнечную фазу своего существования, другие силы, уже не женского, а мужского начала, стали развивать знания другого порядка, не тонкого, а материального мира. Были приложены все усилия, иногда грубые и отвратительные, чтобы знания тонкого мира оставались за семью печатями. Церкви удалось завершить этот процесс забвения. Последняя ведунья, знахарка и ведьма, была сожжена на костре. Не надлежит ли покаяться за истребление знаний такого масштаба? А еще лучше, если бы церковь наконец опубликовала те писания, которые, чудом пережив инквизицию, скрыты в подвалах ее библиотек. Хотя скрыты они не для всех, так как сильные мира старого всегда пользовались этими знаниями. Они знают, как работает мозг, сознание, духовность. Элита патриархата, практикующая знания тонкого мира, держит в руках не только наш кошелек, но и наше сознание. По ситуации мы для них или обслуживающий персонал, или пушечное мясо, которому нужно продать патриотизм за цену своей собственной жизни. Эта система материального мира совершенствовалась тысячи лет. Это желательно учитывать в постройке Ордекса, чтобы понимать, что мы никогда не сможем победить эту систему. Правда, и у нее есть своя ахиллесова пята. Это энергия, ваша энергия.
Система существует исключительно за счет вашей энергии. Позитивной или негативной, неважно. Даже если вы боретесь с системой, вы на самом деле подпитываете ее своей энергией. Если вы уделяете ей хоть какое-то внимание, а особенно если ходите на протесты, вы способствуете ее росту. Вот такой парадокс. А знаете ли вы, что решение этого парадокса на самом деле в наших руках? Потому что мы выбираем, что заслуживает нашего внимания, а что нет. Только сейчас это происходит неосознанно. А можно управлять своим вниманием сознательно. Только этому надо учиться. А в школах и университетах старого мира этому не обучают. В то время как от умения правильно направлять свою энергию в созидательное русло, а не растрачивать на негатив, зависит успех вашего ордекса. Поэтому в духовной и образовательной сфере Благомир ставит совершенно новые задачи. Приоритетом является умение создавать положительное энергетическое поле, в котором хорошее настроение, позитивный настрой, благое восприятие себя и мира позволяли бы переключаться с низких вибраций на высокие. Понимая, что в старом мире среда все еще определяет сознание, Благомир стремится создать все условия для моделирования новой реальности, с тем, чтобы после перехода в новый мир уже наоборот сознание определяло бы среду. Для этого в Благомире должны всегда преподаваться техники распределения энергии как для детей, так и для взрослых. К этому добавляются еще трудовые, медитативные и резонансные практики, оздоровление организма, декальцинирование эпифиза, стимуляция работы мозга, развитие эмоционального интеллекта, раскрытие творческих способностей и укрепление духа. Так как Благомир построен на принципе разнообразия, мы понимаем, что у каждого человека свой путь к совершенству. Поэтому необходимо предлагать самые различные учения и практики. Есть люди, которые уже готовы к подобному образу жизни. Именно для таких людей создано пространство Благомир, по-английски для наших зарубежных единомышленников и коллег Land of Good. В процессе организации ордексов, а их уже 340, выяснилось, что важным фактором перехода в новый мир является именно умение правильно распределять энергию. Ну, конечно, мы понимаем, что на одном духовном настрое выжить сложно. Хотя мы видим ценность в законе притяжения энергии, который успешно практикует Эстер Хикс, мы все-таки поколение материального мира. Хотя мы и понимаем, что материальное богатство не делает счастливым, мы также осознаем, что голодному без крыши над головой, без специальной подготовки, очень сложно обладать несгибаемой верой, что если выйти на резонанс счастья, все остальное сложится само собой. Поэтому параллельно с духовным развитием необходимо позаботиться о том, чтобы ваше поселение было хорошо организованным, самообеспечивающимся фракталом, который объединяет людей со схожими потребностями и идеалами без какой-либо оппозиции. Такие фракталы поселения и есть ордексы. На этом канале я с радостью делюсь с вами рабочей формулой создания такого ордекса. Формула, которая стала результатом длительного исследования, которая сначала была опубликована как концепция, а теперь 340 раз проверена на практике. И каждый раз формула работает. У этой формулы есть, однако, одна особенность. Чтобы она сработала, с нею надо полностью резонировать, что опять сводится к принципу правильного распределения энергии. Мы стараемся сотрудничать с единомышленниками, потому что мы не видим целесообразности распределять энергию на переубеждение. Мы не говорим, что знаем ответы на все вопросы, потому что процесс перехода на Землю индивидуален и по-разному сложен. Причем мы не только стремимся к достижению конечного результата, мы также хотим получать удовольствие от процесса. Мы хотим познать механизмы сознания, которые отвечают за высокие вибрации, положительные эмоции. Мы хотим изучать и практиковать ведические знания наших пращуров. Мы не хотим обратно в прошлое. Мы не хотим жить в деревне или колхозе по старому образцу. Мы хотим восстановить знания наших предков и соединить их с достижениями нашей цивилизации и науки, в которой тоже происходят свои прорывы. Физика официально признала единый разум. Некоторые ученые занялись наукой энергетических инверсий. Некоторые из них утверждают, что происходит глобальная позитивная мутация людей, то есть люди меняются на клеточном уровне. На основании этого ученые предполагают, что следующим технологическим укладом человечества будет нейромир энергии, в
котором главным источником будет психика человека, его мысли, эмоции, слова и речь. Этот источник энергии неисчерпаем и не ограничен ни по мощности, ни по целеполаганию. Таким образом, машинные способы преобразования энергии постепенно упразднятся и заменятся на более мощные природные источники. Человечество освоит коллективный разум, вернее, станет им. Место героев, вождей и гениев займет коллективный разум. Благодарю за внимание каждого из вас. Пишите свои вопросы в комментариях, но прежде чем оставить негативный комментарий, подумайте, куда вы направляете вашу энергию и кому это прежде всего пойдет на пользу. Все еще думаете, что вам?